Значит, удар ладонями. Например, то же самое, как кулаками мы делаем определенную вкатку, расслабляя мышцы. Также мы и ладонями делаем определенные вещи. Например, этой части начинаю, а этой заканчиваю. Или, например, этой части начинаю, а этой заканчиваю. То есть вот такая работа, когда стоите и вкатываете движение. Хорошо бить на коротких дистанциях. Чем хорошо? Вблизи кулаком подстроиться неудобно, а ладонями всегда удобно. Тем более переходить с ладони на кулаки. Спасибо. То есть какие удары мы наносим ладонями? Ладони уносим вниз. Проносим движение. Следующее движение, когда ладонью мы пробиваем нос кверху. Следующее движение, значит, соответственно, мы должны менять сюда движение, сюда разными косточками. Мы должны четко вставить движение. Когда мы уже в совокупности вкладываем кулачки, накладываем разные ударные части тела, ладони, вставляем кулачки, ладонь, тогда у нас уже происходит разная работа. Это я медленно только показал, но сейчас чуть побыстрее покажу. Он вставляет движение. Ну, сюда еще добавляются кулачки.